Всем привет, вы на канале Лучшие Друзья. Да, я знаю, что изменилось с прошлого видео, потому что я убрала и сняла эту прическу тупую. Ну, или побрилась, можно сказать. Так вот. Эта прическа меня просто бесила, если честно. И неудобная была. Офигеть, какой неудобный. Поэтому я теперь обычный пэт. Но не очень обычный, я любимая юбушка. Ну, короче, начинаем. Вы узнаете историю про Мелиссу и вредную сестру Джессику. Вредная сестра, как всегда. Вредная. Ладненько, начинаем. Ну что ж, приятного вам просмотра. Надеюсь, что вам будет приятно. Окей, пока. Ну, не пока, до встречи. Я буду в конце ролика. Ну или буду говорить. Перемещаемся. Ку-ка-ку. Надо поднимать детей. Им же в школу надо. Дети. Забыла приготовить. Так. Так, готовим, готовим. Вроде бы еще надо подождать 5 минут. Как раз разбужу деток. Дети. Джессика. Мелисса. Данила! Чего? Да молчи. Не хочу просыпаться. Мама. Тебе надо в школу, дочь, просыпайся. Я уже приготовила завтрак. Что уже надо вставать? Мама, а ты покормила Тузика? Совсем уже забыла. Ладно, я пойду умываться. Как вы поняли, это младшая сестра, которую зовут Мелисса. А Джессика это вредная сестра. Все, теперь надо сходить в туалет. Все. Ой, надо руки после туалета помочь. Мама, я умылась. И зубы почистила. Молодец, дочь. Можешь разбудить свою старшую сестру? Хорошо. Тупая камера. Сестра всегда не раньше меня просыпалась. Сестренка, просыпайся. Отстань, никогда тебя не любила. Ну, сестренка, надо вставать в школу. Не хочу, отстань от меня. Мам! Да, доча. Она не хочет вставать. Так что нам делать? Придется тебе одной идти в школу, а я ее буду поднимать. Ну что ж, иди в школу. Ну, собирайся. Хорошо, мама, я пошла собираться. Так, пойду возьму свою сумку. Что мне надо собрать?
Положу-ка я сюда свою книжечку. Так, теперь закрываю. Через 15 минут, когда она уже была одета и собрала свою сумку. Так, вся сумка готова. Теперь можно идти в школу. Деточка, ты же не покушала. Ну да, точно. Подождите, я кое-что сделала, потому что это было очень неуклюже. Я вам лучше не буду это показывать. Потому что вы съедете, что я забыла сделать. Вы уже поняли, да? Ну, там успехи. Угу, конечно, поняли. Где она будет есть? Правильно, за столом. А где стол? Поэтому подождите. Это займет несколько минут. Я как раз, когда с вами разговариваю, то мне становится легче. Ну, короче, вы поняли. Пока, доча. Пока, мам. После школы. Мама, я пришла. О, да, привет, доча. Мама, папа дома? Нет, папа уехал на работу. А сестра, почему ее не было в школе? Я к ней заходила много раз. Почему ее там не было? Она не встала. Иди сама посмотри. Ладно, только сумку положу. А ты оценки какие-то получала? Да, пятерку получила. Молодчинка. Не проснулась? Да, еще говорила, что тебя ненавидит. Какие глупости, не верь ей. Она правда меня ненавидит? Да забудь про это, забудь про что я сказала. Она просто так шутит. А если это правда? А если она правда меня ненавидит? Ой, как я хочу спать. Ладно. Когда они еще были в садике? Ну, когда они были маленькие, они ходили в садик. Ну, вы поняли. Я тебя ненавижу. Что? Я ненавижу тебя. Да почему, сестра? Ты же все-таки моя сестренка. Я тебя люблю. Лучше бы ты меня тоже ненавидел, потому что я тебя ненавижу. Что? Ну почему? Отстань от меня. Я тебя не люблю. Это кошмар. Сестра, проснись. А что? Опять ты? Неужели? Опять ты?
Где приснился кошмар? Мне все равно, что тебе приснилось. Понятно? Но нет никаких «но». Дай поспать. Все-таки кошмар был настоящим. Я это помню, когда она мне сказала, что она меня ненавидит, Саники. Я младше ее, зачем меня обижать? О, гитара. Старая. Может, я починю и подарю своей сестре? Может, ей понравится? Прошел час, когда начинила эту гитару. И все-таки она ее починила. Теперь она отлично играет. Ура, она работает! Сейчас я возьму и дам своей сестре. Так. Сестра, просыпайся. Что опять? Достала. Я буду на кровати сидеть. Это тебе. Гитара? Зачем это? Дурацкая гитара. И все-таки ей это не понравилось, и она это выкинула через окно. Но, сестра, почему тебе не понравилось? Отстань. Мам, что случилось, доча? Почему ты плачешь? Я починила своей сестре старую гитару и подарила ей ее, а она ее выкинула через окно. Что? Такого не может быть. Она должна была тебя похвалить. Доча, проснись, пожалуйста. Отстаньте от меня все. Вот уйду от вас подальше. Ненавижу я ее. И гитара мне не понравилась. Но ты должна была ее поблагодарить. Она ее починила для тебя. Целый час старалась. Мне все равно. Вот когда у нее будет день рождения, и ты ей ничего не подаришь, мы тебя выгоним сами. Доча, не бойся, она больше так не будет. Правда? Конечно. Давай обниму тебя. Спасибо, мам. А сейчас, пожалуйста, сделай уроки и ложись спать. Хорошо, мам, я пошла делать уроки. А я пойду тоже лягу, что-то мне плохо. Так, нам на компьютере что-то задали сделать. Прочитай, пожалуйста, литературу. Старинка 198. Там вершик выучить на память. Это легко. Так. Тут где-то была моя книжечка по литшиту. Сейчас открою страницу. Извините, то, что я ложу, просто у меня тяжело открывать эту книжку. Поэтому я вам не показываю. Так. Вершик про сестру. Сестра любимая, меня ты любишь. Сестра меня так любит,
и не обижает. Сестра меня забирает со школы очень далекой, и я ее люблю, сестру мою любимую. Сейчас запишу. Вроде бы готово. Надо закрыть книжку. Это все, но больше ничего не задали. По математике там у нас было сегодня контрольно. И по природе, и по украинской, по английской. По английской нам вообще ничего не хотели задавать. Ладно, лягу я спать. Может, завтра будет лучший день. Ну что ж, понравилась первая серия из первого сезона? Значит, поставь этому ролику лайк. И не забудь подписаться на наш канал. Мы снимаем ролики только для вас. А вы не хотите подписываться. У нас вообще один подписчик. Подписчик, пожалуйста, скажи своим друзьям про этот ролик. Я очень буду тебе рада. Если хочешь, я передам тебе приветик. Или что-то еще. Если ты скажешь мне свой адрес, то я привезу тебе даже подарок. Обещаю.